Бахчисарайский парк миниатюр. Ребята, это весь город, все достопримечательности, все-все-все сделано в мини-копии. Пойдемте смотреть. Смотрите, здесь еще за 500 рублей платишь на фото, и еще есть зоопарк тоже. В эту же цену все включено. Но такой, такой халявки мы еще не видели в Крыму. Ой, блядь, голубь. Смотри, какие зубы. Пьем. Мам, сиди, не, Манька, лапа, один. Манька, смотри, как крепко, смотри, как крепко. Да, давай. Пошли, пойдем. Смотри, как просит, видишь, какой-то. Мама. Пацан, пойдемте, пацаны. Мам, купим. Купим, подожди. Ой, смотри. Эй, бригада, подъем. Эй. Тур-тур-тур-тур-тур. Мама, козка. Видали, как они ходят? Козочка. Она думает, Паш, пойдем, пойдем. Страус, здорово, нифига себе. Настя, смотри, у него как голова, как у Родиона. Воу-воу-воу-воу-воу. Здорово, давай. Смотрите, мы купили корм, и можно прям зайти в вольер и кормить. Бэмби, смотрите. Отец. Стёпа, они удобные, давай да. Я домой. Смотри, смотри. Мам, я уже смотрите. Не-не-не, так делать не надо. Ты начинаешь это, Тём. Какой маленький, дайте мне, пожалуйста. Тебе тоже дай. Родион, на, да, вот так морковку дай. Оп, вот, давай, во. На, вот это дай, Родион. Тёма, не бросай, вот так. Ня. А мне можно морковку? Не, мама, ня. Смотри, какая лямочка. Смотри, какая лямочка. Эй, Малкова. Смотри, смотри, Настя. Смотри, Настя, Настя, смотри. Настя, Настя, смотри. Ну, посмотри. Настя, Настя, смотри. Давай. Ламы. Смотри, Рефил Гарден. Самый голодный. А пойдем дальше. Гвардия бэмбиков. Отец. Да, все уйдите, нафиг, дайте вот. Такой контакт и можно кормить. Не надо. Животных. Смотри, пеликанчик, какие красивые. А там вон зеброчка. Настя, смотри. Ребята, смотрите, тут даже есть кенгуру. И не один, их тут три. Теперь мы не поедем в Австралию, так вот они проснулись. Давай мне бутылку. Давай бутылку мне, поиграю с тобой. Иди сюда. Давай, да не бойся, ты Тёма, да, и все. Да ты больше дёргаешься. Давай сюда, давай, я покажу. Смотри, страус какой. Оп, Тём!
общем, кто будет в Крыму, обязательно едьте в Бахчисарай и сходите в парк Миниатюр. Вы платите 500 рублей за вход, и у вас есть прям все, и зоопарк, где можно покормить, и пофотографироваться, и увидите все миниатюры города, и погуляете в замечательном детском парке, а также еще и аттракционы для детей бесплатные. Так что приезжайте сюда, здесь прям классно.